Новосибирские врачи утверждают, подобных вспышек в области не было с 90-х годов. Сейчас там экстренно вакцинируют всех контактировавших с больными. Это порядка 4500 человек. Вирус в область завезли приезжие, а все заболевшие им не были привиты. Алтайские специалисты успокаивают. Ни одного случая заражения на территории нашего региона нет, но предостерегают. Приехать из Новосибирска инфекция может в любой момент. У нас все равно остается население непривитое в связи с очень много непривитых. В связи с отказами. То есть у нас родители отказываются от прививок своим детям. И есть взрослое население, которое также не привито и отказывается от прививок. Поэтому в данной ситуации, конечно, может возникнуть случай заболевания и может быть распространение именно среди непривитых. Такой вариант не исключается. Почему мы всегда призываем, что основная защита – это именно вакцинация. Тренд на отказ от прививок появился не так давно. За это время болезни, которые уже казались побежденными, вновь вышли из-под контроля. Корь опасна тем, что является крайне заразной, передается воздушно-капельным путем и при несвоевременном лечении оборачивается серьезными осложнениями, вплоть до смертельного исхода. Высокая температура, интоксикация, слабость, конъюнктивит – спутать корь можно с любой инфекцией. Поэтому в случае появления таких симптомов обязательно нужен врач. Благополучный исход – это выздоровление. Но мы всегда стараемся убрать источник инфекции от мест либо массового обучения, либо тем более проживания. Поэтому на сегодняшний день инкубационный период очень, самое главное, что он очень длительный – 21 день. Поэтому контактных лиц мы наблюдаем 21 день. И то есть в периоде 21 дня у контактных может возникнуть это заболевание. Вакцина от кори двукратная. По национальному календарю прививок ее ставят, когда ребенку исполняется год, а затем 6 лет. Евгения Бойцева, мама двухлетней девочки, считает отказ от прививок неоправданным риском для жизни. Придерживаюсь графика, установленного докторами, врачами, людьми, которые имеют специальное медицинское образование. То есть при воспитании своей двухлетней дочери я не исключила ни одну прививку. Для избежания вероятности заболеть каким-то вирусом, который, как уже казалось бы, побежден, но, как выясняется, на самом деле он просто затаился и ждет удобного момента. Народные средства от кори не спасут. Врачи советуют, только соблюдение графика вакцинации поможет обезопасить себя и свою семью. Кроме того, специалисты рекомендуют не вывозить за пределы региона и страны малышей до года. Они в группе риска на первом месте. Юлия Демидова, Алексей Фризин. Наши новости.